Спасибо. И сразу первый вопрос. Такой бэкграунд, как вы попали в киберспорт? О, это очень долгая история. Наверное, это было 2007 года. Меня позвали в команду, и я начал играть. Как-то сеть так. Пор. То есть тогда же еще были команды именно казахстанские, да? Да, были казахстанские команды, где мы играли в 1.6. А почему именно казахстанские команды, вот казахстанский киберспорт перестал развиваться в течение последних 10 лет? То есть после Омега-сектора тот же самый, они же развивали киберспорт? Если честно, я даже не знаю. Наверное, после того, как ушел Арбалет, Лицант, который раньше спонсировал и очень много вкладывал в киберспорт, было очень мало таких клубов, или кто бы продвигал киберспорт именно в Казахстане, как-то за рубежом. Но этим занялся Next, и я думаю, сейчас все будет отлично. А вот как готовились к Кракову? Кракову? Как и все команды, готовились очень упорно, долго и играли, там проводили на... Сколько часов именно сами турниры у вас проходили в день? То есть можете рассказать именно распорядок дня? Распорядок дня был такой, что мы просыпались рано утром, завтракали, потом уже у нас чат было обсуждение на какие-то карты или что-то еще, и начинались уже проходить где-то, часов 10 где-то, в общем, тренировались. А как вот буткемп у вас проходили? Ну, у нас почти все ребята живут на буткемпе, можно так сказать. Да. Там мы тренируемся в городе Киеве, и из-за того, что у нас очень плохой интернет в Казахстане, мы уезжаем в другой город. Вы не часто приезжаете в Казахстан? Нет, в Казахстане, наверное, я в году бываю раза 3-4. То есть это один из тех моментов, когда вы приехали? Да, и мы сразу ради фанатов, мы приехали сначала в Астану. Жалко то, что там вот так все произошло. И сейчас мы в Алмате с нашими фанатами, это наш город. Я думаю, да. Ну, уже гораздо. Я вижу, уже все на уровне, как-то Next подготовились. Да, конечно, мы сами очень недовольны этим, то, что вот так вот все прошло, и мы не смогли с ними расписаться. Так что, думаю, в следующий раз, наверное, прибудем в Астану и все исправим. Будет в Греции же в сентябре, да? Да, у нас два... Ну, у нас очень много, если честно, будет турниров, и я даже, если честно, точно не помню. Я знаю, что ближайшие два турнира – это Мальмо, а после Мальмо будет у нас уже... Да, мы улетаем уже на следующей неделе на буткемп в Киев, и уже там начнем тренироваться к этим двум чемпионатам. А вот до конца года планируете еще раз вернуться в Казахстан после всех чемпионатов? Новогодние праздники, порадовать фанатов? Если честно, я даже сейчас затрудняюсь ответить, потому что в том году я Новый год отпраздновал дома с Саней, в том, я имею в виду, в Киеве, что у нас, грубо говоря, там дом. А в этот раз, я думаю, прилечу домой, к семье, и, наверное, сначала отправлю на семью, а там уже посмотрим, может быть, устроим фан-встречу. Вот на сайте cybersports.ru команда указана как казахстанская. Да, да. То есть под флагом же Казахстана вы выступаете? Ну да, конечно, потому что больше игроков... Команда, можно сказать, что казахстанская? Да. Коллектив, да, то есть? Да. Гамбит – это же британская? Ну, знаете, то, что очень много организаций, которые под другими флагами, это те же Fnatic, они как бы тоже великобританская, но всегда выступают по шведским флагам. Флаг ориентируется на игроков, чем больше игроков одной страны, затем за той страной они выступают. Организация, она не зависит какой. То есть мы можем хоть и, в какой-нибудь африканской организации быть, но наш флаг, и мы будем представлять Казахстан. Вот недавно Вайс стал самым крупным трансфером на территории СНГ. Это как-то давит на команду? Да, больше нас? Нет, у нас хватает внимания, честно, каждому игроку, так что никаких проблем, мы очень рады, что этот трансфер состоялся, Абай наконец-таки пришел в нашу команду. Полноценно, да? Да, полноценно. Можете рассказать, как происходит трансфер именно в киберспорте? Какие-то есть отличия от обычного, от традиционного? Если честно, я даже не вникался, какой даже традиционный, как трансфер это проходит, потому что это уже более организационный вопрос. И это уже... Да, это мы игроки не можем это как-то обсуждать, если вот трансфер, такие вещи, это уже, как я и говорил, более к организации. А есть ли вообще какие-то советы начинающим киберспортсменам, которые хотели перейти, то есть что им надо делать в первую очередь? В первую очередь нужно работать, упорство, тренировки и как бы труд, все перейдет. Главное, верьте в себя, и у вас может все получиться. Так же, как мы все раньше, я думаю, играли, мы все верили в это, и
Как видите, мы тут. Даврин обещал насчет завода мысли. Я думаю, эти вопросы будет сам отвечать Даврин, потому что это не ко мне, я не знаю. Я у него не спрашивал. Финансовый вопрос. На что потратили первым делом после турнира? Что купили? К нам еще деньги не пришли, ребята. В Кракове, да, если честно, даже времени не было отпраздновать, потому что мы только закончили турнир, мы все устали, мы поехали на, грубо говоря, пати, твич пати, и после этой твич пати мы все поехали по номерам и сразу же улетели на следующий день, поэтому мы там толком даже не успели попраздновать. Вот на следующие турниры вы поедете в качестве фаворита, какие-то заготовки против команд? Нам бы для начала вот это все закончить и приехать на буткемп, а там уже посмотрим, что будет. А основные конкуренты в этом году, во второй половине? Я думаю, как и с первой половины будут основные конкуренты, это команда СК, Астралис, ну все топы, которые есть, и все наши конкуренты. А Virtus.pro? Virtus.pro в том числе. Ну, то есть две команды с СНГ, вы общаетесь? Ну, во-первых, они не СНГ, они поляки, Virtus.pro, и с ними только общаемся на английском. Тоже как основные конкуренты, да? Ну, у нас, говорю, у нас как бы все, кто не в Гамбит, у нас конкуренты. Какая бы эта команда ни была, даже наши друзья Тенгли во время игры, они тоже, как бы, говорю, соперники. Что вы собираетесь делать? Ну, сейчас уже идут переговоры, я сейчас пытаюсь это как-то реализовать, но... То есть это не было шутки, это реальный проект? Ну, это была какая-то доля шутки, была какая-то шутка, но... Пришлось, ну, как сказал, надо сделать. Поэтому сейчас я уже думаю об этом, уже какие-то варианты есть, поэтому... То есть вы из этого сделаете какой-то бренд именно? Возможно. Пока еще не знаю об этом, так глобально не думал, но что-то... Бренд будет называться Compete. Compete. Вы же сейчас же выезжаете в Киев после. Как будут у вас тренировки там проходить? Все будет абсолютно так же, как мы тренировались. Ничего не поменяется, в принципе... Менять ничего не надо, я думаю, что и так все хорошо. В целом, возвращаемся в Киев, будет буткемп, будем готовиться к остальным турнирам. Ничего не поменялось, мы выиграли, да, но ничего не изменилось, в общем. Планируете в Казахстан приезжать следом? Играть именно наш кибоспорт? Конечно, ну, по возможности мы, конечно, будем, но как бы у нас тоже очень мало времени, чтобы вот так просто постоянно приезжать в Казахстан. Мы очень много тренируемся, поэтому, ну, по возможности всегда приезжаем, да. Что? Как вам Алматы? Это же ваш первый приезд? Да? Первый приезд в Казахстан? Не, это уже второй приезд. Я уже был в Алмате на Арбалет Капе. Где-то в 2010 году, наверное. Как вам город? То есть как он изменился с точки зрения? Ну, я и в прошлый раз не особо катался, да я и сейчас не успел прокатиться. У меня самолет был с утра. И буквально я до сюда доехал. И сомневаюсь, что я успею погулять, потому что у меня обратный самолет уже завтра. Как вам пришла идея, то есть как вы смогли это сделать, чемпионов мира привезти в Казахстан? Ну, на самом деле... Или у вас была заранее оговоренность? Нет, на самом деле, то есть ребята решили сделать фан-встречу. Вот, ну, просто мы уже давно, многие знакомы, потому что мы этим занимаемся уже давно, еще со времен Омега-сектор. Вот, ну и, естественно, как бы, так как мы давно знакомы, мы решили, у нас хорошая площадка, поэтому мы решили это проводить. То есть у нас... не было много времени, чтобы... Да, то есть мы, пришлось нам это, да, достаточно быстро все организовывать. Ну, я надеюсь, мы там хорошо все проведем, вот, потому что, ну, людей очень много, как вы видите, да, поэтому мы очень много поменяли в регламенте, то есть вот отдельно отсадили ребят, так что это, а так это просто вопрос, ну, давнего сотрудничества. Вот насчет омега-сектор, почему в Казахстане киберспорт начал угасать вот именно где-то с 2010-х годов, последние годы он не сильно был развит? С чем это связано? Я думаю, это связано с тем, что, то есть, этим занималось там, ну, всего несколько организаций. Ну, если, честно говоря, это занимался только Омега-сектор. Ну, и после того, как мы организовали уже Next, мы продолжили этим заниматься. Ну, это достаточно тяжело одной организации делать. Мы, конечно, это делаем. То есть, ну, да, то есть, мы тратим просто свои деньги, да. Поэтому, ну, мы, конечно, делаем турниры. Вот там будет турнир от Гориллы будет на 500 тысяч, да. Такие достаточно большие вещи уже делаем. Вот, но одна организация не может это сделать. Слава богу, сейчас появляются ребята, которые, ну, только сейчас.
сейчас, да? То есть все это время мы делали, насколько могли, да? То есть вот среди организаторов Hybrid есть, да? Они как-то помогают вам? Да, конечно, это наши партнеры. У нас есть несколько больших партнеров: Сбербанк, RPRX, Горилла, да, те, которые, в общем-то, с нами уже. То есть организация существует с ноября, как полностью полноценная. До этого мы занимались это просто это в рамках Next, да. А теперь это отдельная организация. Ну, это тот же Next, но это отдельный департамент, который занимается только киберспортом. А поэтому. Какие планы на будущее по развитию киберспорта? Ну, делать все больше и больше турниров, да, и готовить, чтобы как можно больше команд было, которые могут уже играть на мировом уровне. Все просто. Призовой фонд? Ну, прежде всего, призовой фонд и условия, да, нужны два вещи. Нужна инфраструктура и нужны призовые фонды, да. Ну и, конечно, нужно отправлять как можно больше за пределы, чтобы поднимался левел. Но наша задача, то есть вот, главная задача нашей организации, это сделать киберспорт спортом. В России это уже спорт, мы хотим сделать здесь то же самое. Но для этого нужно большую работу провести, чем мы и занимаемся. Планируете еще привозить игроков? Ну, идеи такие есть, это, конечно, не очень просто, вот, но я думаю, что мы, ну, во-первых, мы будем уже дальше работать с Гамбитом более плотно, ну, естественно, работать над тем, чтобы привозить. То есть, ну, в ближайшее время, то есть, ну, пока никого не планируем, ну, на ближайшие несколько месяцев, но, возможно, в следующем году привезем, да. То есть с другими организациями как у вас делать? То есть дисциплины Dota 2, WoW? Dota мы проводим, но сейчас больше всего на Counter-Strike ассоциируемся. Да, то есть следующая будет Dota, сейчас Counter-Strike. Вот. А ну WoW? Лол у нас не очень большая аудитория. Конечно, это классная дисциплина, но не в первую очередь. Вот, так что... То есть на очереди уже Dota 2? На очередь Dota 2, да. Придется ждать людям? Ну, пока да. Дальше, в дальнейшем, да. То есть мини-турниры мы проводим, но большие пока только Counter. Counter-Strike.